Театр кукол вновь открывает двери. В грядущие выходные стартует новый сезон. «Сказка холодного севера» – один из новых спектаклей, который кукольники уже готовы представить на суд юных зрителей. Над постановкой трудились приглашенные актеры из театров Тольятти и Ижевска. О результатах их работы на челнинской сцене узнаем в следующем материале. Ленточку мне завтра вплести в косу. Зеленую или красную? А давай заплетем желтую. Будешь у меня, как солнышко. Так начинается северная сказка. Через отношения брата, сестры и их матери показывается, как с годами дети перестают уважать родителей. Спектакль знакомит зрителей не только с особенностями родственных связей, но и с национальными костюмами и фольклором. Ребята могут найти что-то новое в традициях и убедиться при этом, что самое ценное у любого народа – семья. Мамочка, прости меня, я все поняла, мама! Прости меня, мама! Девочка Елене и мальчик Хатки своим примером показывают, что невнимательность к родным может закончиться печально. И несмотря на то, что зрители еще совсем малы, спектакль поставлен так, что после него дети задумываются о собственных поступках. Чтобы детки ценили своих родителей, любили маму. Это первая задача была наша с художником, чтобы они ушли и чуть-чуть поменялись, чуть-чуть, может быть. Или чуть-чуть обратили внимание на что-то другое вот в этом мире. Во время подготовки спектакля авторы подробно изучали северные традиции и быт, старались максимально оживить образы кукол, чтобы дети увидели разнообразие колорита северных народов. Сама эстетика вот этой вот северной сказки, она очень интересная, потому что северный колорит очень красивый, очень интересные характеры. Сдача постановки прошла на ура. Открывать сезон театр кукол будет уже знакомым спектаклем «Каша из топора». А вот окунуться в неповторимый колорит сказки «Холодного севера» зрители смогут с 22 октября. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны-24.